В Козловке снова станут швартоваться теплоходы. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева сейчас прорабатывается проект по созданию причальной стенки. Туристы, путешествующие по Волге, отмечают красивый местный ландшафт, уникальные достопримечательности. На берегу большой реки сейчас лишь пара одиноких лодок. В былые времена на зеленую стоянку в старинном городе с очень интересной историей во время навигации останавливалось до 60 туристических теплоходов. Кроме того, пристань служила причалом для небольших речных трамвайчиков, курсировавших между Козловкой и Марийским Волжском, расположенным прямо напротив. Предоставлял дебаркадер Чебоксарский речной порт по соглашению с муниципалитетом. Но 3 года назад местные власти решили отказаться от него, сославшись на нехватку денег в районе. На бюджете. На обслуживание уходило около 3 миллионов в год. Все это время козловчане писали жалобы в разные инстанции, пытаясь восстановить пристань. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь специалисты предлагают вместо плавучей пристани построить стационарное сооружение, так называемую причальную стенку. Это будут разовые вложения, но уже надолго. Город Козловка для меня всегда ассоциируется с Волгой, с теплоходами, которые всю мою сознательную жизнь причаливали. К временной пристани, которая раньше устанавливалась летом. К сожалению, последние 3 года у нас этой пристани нет. Было принято решение, что необходимо будет построить в городе Козловка причальную стенку. Провели мы переговоры с проектными организациями, которые могут строить и проектировать такого рода причалы. На проектные работы нам нужно в пределах 5-7 миллионов рублей. И общая стоимость всего проекта обойдется где-то в пределах 30-40 миллионов рублей. Это будет сооружение длиной 100 метров на 50 метров примерно. Такие большие размеры необходимы для того, чтобы к причалу могли причаливать любые теплоходы, которые сейчас ходят, осуществляют навигацию. По этому же пути хотят пойти и в Мариинском Посаде. С появлением причала в городах вновь появятся туристы. Так волжские города получат новое дыхание. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.